Всем наидобрейшего денечка. Эта звезда отказывается кушать, отказывается самостоятельно. Да, хвостом виляет. Но посмотрите, какой животик. Да, напрудонить мы уже успели. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Нет. Этот вообще, вот я поменяла пеленки, я его как поставила, он так и стоит. Потом ляжет и лежит. Вообще не хочет ни в какой в себя приходить ребенок, а? Тоже ничего не ест. Вот этот товарищ, первый заболевший, вон кусает. Кусает, прямо кусает. Кусает, никого не слушает. Да, здесь у нас пополнение запаса. Фрутоняня вот разная. Ну, мясная, естественно. Тут где-то с морковочкой, где-то курица, говядина, где-то просто курица. Где она просто? Я ее не принесла, что ли, сюда, потому что я здесь все составляю. Такие корма вот разные. Пеленки, салфетки. Пеленки у нас просто идут, как не знаю что, да? Потому что мы и срыгиваем, и обкакиваем, и описываем. Да, описываем. Вот я только чистую постелила. Она говорит, а я покажу, как я писить умею. Скажи, немножко, но умею писить. Ну, а сейчас вот этих вот двух... Одну красавицу и одного красавца буду мучить, к сожалению, принудительно кормить. Ну, а куда деваться? То есть нужно, чтобы желудочек работал. А как же? Стоит печальный весь, а? Скажи, чё ты меня? Я так лежал хорошо. А не дам я тебе просто так лежать. Нужно лежать чистеньким, сухеньким, красивеньким. Ты посмотри на свой печальный взгляд, а? Малышок, карандашок, и вот эта звезда. То кушала так хорошо. А сейчас вот, вот говорю, состояние как качели. Полегче похуже, полегче похуже. Ты место себе ищешь покакать? Да чем же, Господи? Если покакаешь, я буду счастлива. Так не будем отвлекать, поговорим с этим ребенком. Ты просто меня обманывала? Горбится, горбится. Обманывает она меня. Конечно, может, ты и хочешь покакать, а какать-то нечем. Красотуля наша. Красотуля ты. Да. Чем быстрее вы выздоровите, чем быстрее начнете кушать, тем быстрее я открою вольер, и вы побежите делать грызики, кусики. Всем жару дадите. Мне кажется, ты самый первый жару всем дашь, да? В общем, продолжаем лечение. Сжимаем кулачки. Да? Всех целуем. Обнимаем, всем здоровья желаем, всем спасибо говорим. Ну, вот подходит нюхать, но не ест. Красотка ты наша, девчоночка. Всем огромное спасибо за всю поддержку, за слова, за эмоции, за все, за все, за все, за все. За моральную, за материальную поддержку. Огромнейшее всем спасибо. Всем, конечно же, здоровья и вам, и вашим семьям, и вашим питомцам.